Реально, Стейша, сегодня у моей бабушки день рождения. Лина, с днем рождения, ура! Happy birthday! А сейчас мы едем ее поздравлять. А перед этим заедем на тест-драйв автомобиля Mitsubishi. А что там у тебя в багажнике звонит? Это велосипед мы так положили, что он сам нам звенит. Звонок. Я пробую его, и я расскажу вам, что к чему. Там есть несколько скоростей. И там есть фонарики. Они горят разными режимами. Я вам все-все расскажу и покажу. Не звенит? Слушайте, как он зынзыкает. Напоминает, что он с нами, да? Да. Молчит? Он, наверное, задремал, действительно. А вот и наши. Тест-драйв! Ой, ужас, какой там дым. Пыль. Так они видны. Сейчас увидите. Я вам скажу, это туман из пыли. Да. Так, ну буквально пару слив. Я к вам. Не страшно было? Алиса, может, ты возьмешь свой велосипед и с ними погоняешь? Кто быстрее? Да. Вот ИСП. За нашим основным на этом, где проходит куршетер и гимнастия, находится... Ужас, ты будешь кататься, Алиса? Дорогие друзья, все разом давайте снова приветствуем наши справжние герои, легендарный чемпион Хироси Масуока. Ну, остались красный, значит, на красный. Вот, и вон там еще тоже есть, посмотрите. А из них хочу на белый. Ты поехала? Да. Делай биби. Нет. А нам тоже пристегиваться? Можете не пристегиваться, но там будут моменты, где надо будет держаться крепко. Хорошо. Это полный привод. Нагрузка сзади идет 60%, впереди 40%. Можно тут немножко газу, и на холм, как выезжаем, просто газ скинете.
Да, после того, как там гонщик нас покатал, кажется, что эта машина может все. На дисплее там высветился режим движения на дорожном покрытии гравий. Угу. С этой клавишей можно выбрать режим песок. Движения грязь-снег или песок. Все, вот это вот песок. Песок. Тут больше подходит. С левой стороны прям по гребню вот этого холма берите. Чуть вверх ногами. Центр тяжести низкий, поэтому может делать невероятные вещи. Патрон не срабатывает. Сейчас машину выровняете и останавливаете. Сейчас понадобится пониженная передача, включаете их дальше через нейтралку. Включаете нейтралку при полной остановке и шайбу утапливаете, и еще один оборот вправо. Поворачиваете. Теперь ставите драйв. На пониженной сейчас почувствуете, она будет ехать очень медленно, но уверенно. Добавляйте газы. Чувствуете, она едет медленно. Она уже как вездеход прям. И на середине холма где-то здесь подлетает. Система помогает удерживать ее до 3 секунд. Сейчас тормоз отпускайте. Отпускайте. До 3 секунд она висит. Ставьте газ и поехали. Там ничего не видно. Алисе не страшно. Чуть-чуть. Сейчас полностью ногу убирайте с педали газа и тормоза. Ничего не делайте, она будет делать все сама. То есть есть система помощи при спусках, она работает и передним, и задним ходом. Точно так же, как система удерживает ее на подъеме, она тоже работает. А это вы тоже нажали вот эту кнопку? Это вот эта кнопка. Если она не нужна, ее отключаете и дальше едете, как обычно. Но сейчас полностью останавливаетесь. Опять нейтралка. И выключаем пониженные передачи, они не нужны пока дальше. Интересно. И поставили и поехали. Не очень. Немножко можно разогнать вот этот участок. Наверное, нас уже заждалась, да? Конечно. Мы там едем в тачку Маквин. Светим. Знакомьтесь, мой компактный велосипед. Вот это у нас фонарики. Может просто светиться и может двигать. Так, дальше с этим. Дальше. Это просто значок, а вот это сейчас. Просто светится, мигает. Вот так красиво. Надо что? В темноте, да? Да, будет? Да, вам, наверное, не видно. Практически не видно. Угу. И что все. Еще? Еще? Да. Покажи еще опора. У меня вот это, если я упаду, чтобы мне не, ну, чтоб мне не было больно. Не прибило ноги, наверное, да? Да? А теперь покажи, еще? Где у тебя подставка. Вот у меня подставка. Давай. Если я хочу поставить, вот, надо сидеть вот так, чтобы не держать его. Угу. Хоп, он стоит, есть. Я покажу, как я гоняю. Подожди, а еще звонок свой покажи, как работает, который все. Терликал всю дорогу. И переключатели скоростей. Да? Переключатели, да. Вот тут 4, 6, 5, 6, 6, 6, 6 5, 6. 4, 3, 2, 1. Мне папа, правда, сказал не трогать скорости. Вот мне надо держать для бутылки. Он сначала был тут, теперь тут. Это нужны разные держатели, чтобы их переставить. Да, либо держатель на руле, либо вот внизу. Да, и нужен. Мы выбрали здесь, потому что мы выбрали, мы уже, ну, можем ехать в магазин и поменять. Покажи свою бутылочку. Вот так. Такая. Ее надо вот это открыть. Вот, все открыто. Пупик! Вкусненько? Ага. Вот теперь она вот и закрыла. Молодец. Удобнее тебе нравится внизу, да, когда она? Да, очень. Вот эти, ну, я касаю. А как впечатление? Скажи, ты пробовала же на обычном и на таком, да? Тебе этот больше понравился? Да. А чем он больше понравился? На тем, нем... что умеет складываться. Но тем, что ты же когда ехала, тебе именно понравилось ехать на нем больше. Ну, потому что у меня лучше получалось. А, да? Тут, наверное, тяжелый совсем велосипед. Да, просто у него же большие колеса тяжелые, а маленькие намного легче. Видите, как я касаю? Сейчас. Раз, два, три.
Это первое падение. Да, первое. Мне еще, я еще никуда не падала. Ты, наверное, не тем затормозила. Там же есть передний тормоз и задний тормоз. Это передний, а это задний. И ты, наверное, затормозила не тем тормозом. Я передним затормозила. Я всегда передним. Надо, может, помедленнее им тормозить. Не так резко. Ну да, как я. Сейчас еще раз. Вторая попытка. Всего лишь 4. Алиса, йо-хо! У тебя хвосты прям как грива развиваются. Йо-хо! Это каким ты тормозила? Зад? Передним получилось? Ну, я тебя поздравляю. Ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока. Всем ки-бомки. Burning low, one for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horah. Gather around the table, we'll give you a treat. The people need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low. Each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horah. Gather around the table, we'll give you a treat. The people mean to play with the latkes. While we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horah. Gather around the table, we'll give you a treat. The people need to play with the latkes. And while we playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Let's have a party, we'll all dance the horah. Gather around the table, we'll give you a treat. The people need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low.